Здравствуйте! Сейчас разберем качественные реакции на соли кислоты азотной HNO3. Написано в таблице: анионы азотной кислоты — это NO3-. Соли, нитраты, натрий NO3, калий NO3, кальций NO3 дважды, аргентум NO3, NH4NO3. Применение. Натрий NO3 – чилийская селитра, это удобрение. Калий NO3 – калийная селитра, тоже удобрение, и порох применяется. Кальций NO3 дважды – кальциевая селитра, применяется как удобрение. Аргентум NO3 – ляпис, применяется в медицине. NH4NO3 – аммонийная селитра, применяется как удобрение, и аммонал – взрывчатое вещество. На них, на всех, одинаковые качественные реакции, потому что кислотный остаток у всех одинаковый, NO3-. Итак, качественная реакция, например, соль натрия NO3, применяется феррум SO4 и плюс H2SO4 концентрированная кислота. Получается темного цвета раствор 2 феррум NO SO4 и плюс феррум 3 молекулы феррум 2SO4 дрижды и плюс натрий 2SO4. Но это дальше идет реакция. Если мы к соли натрия NO3 прибавим медь, медную проволочку, накалим ее и внесем в раствор натрия NO3 и там немножечко серной кислоты, то получится NO плюс 4 натрий 2SO4 плюс купром 3 молекулы купром NO3 дважды и плюс 4H2O. NO тут же разлагается, плюс кислород на воздухе, получается NO3, темно-бурое кольцо. Еще нужно знать правила для солей азотной кислоты по ряду активности металлов. МеНО3, то есть вместо МЕ мы ставим металл. Левее магния. МеНО2 получается плюс О2. От магния до кальция получается МеО плюс НО2 плюс О2. Везде, где стрелочки вверх, это газы. И левее меди МЕ в чистом виде плюс NO2 плюс O2. Напишем эти реакции. Первая реакция. Калий NO3 при температуре разлагается на калий NO2 плюс O2. Второе. Магний NO3 при температуре разлагается на магний ONO2 плюс O2. И аргентум NO3 при температуре выделяется серебро в свободном виде плюс NO2 плюс O2.